Здравствуйте, друзья! Сегодня очень существенный, значительный день. Я надеюсь, вы все посмотрели мое видео о транзите северного и южного лунных узлов, точнее о том, что именно сегодня эти точки в гороскопе меняют знак. Если вы видите, я сейчас показываю, что северный узел в 29 градусе 60 минут рака, а южный 29-60 минут козерога. Это случится вечером до часового пояса плюс 2 в 9 вечера. И в это же время случится еще одно событие. Уран возвращается в Овен. Если вы смотрели мои гороскопы на ноябрь, вы знаете, как много внимания я уделила этим двум событиям, которые случаются в один и тот же день. Но все-таки больший акцент я сделала именно на переходе узлов, потому что они определяют весь наш гороскоп на следующие полтора года. Однако транзит Урана тоже очень важен, и сейчас я хочу еще раз повторно, несмотря на то, что я подробно вам рассказываю об этом в гороскопах, тем не менее хочу сейчас акцентировать еще раз ваше внимание именно на Уране. 15 мая этого года, 2018, Уран зашел в Телец. Но вот сегодня, 6 ноября, ретроградный Уран вновь возвращается в Овен. В Овне он был предыдущие 6 лет. И сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что у нас будет период с 6 ноября по 6 марта, когда Уран будет в Овне. Этот период, когда он будет перепроверять нас по той сфере, по той области жизни, которая у вас, прежде всего в вашем личном гороскопе, покровительствует, то есть который покровительствует Овен, который покровительствует Марс. Сегодня вторник, день Марса, поэтому я хочу уделить этому особое внимание. Потом уже с 6 марта 2019 по 26 апреля 26 будет Уран окончательно господствовать в знаке Зодиака Телец. Здесь он уже на полную мощь разойдется. А сейчас он проверяет нас по Овну, по Марсу. Овен и Марс – это, конечно же, активность. И, естественно, это творчество. Это любое творчество. От деторождения до создания вами какого-то вашего значительного проекта, проекта всей вашей жизни, возможно. Итак, будет целых 4 месяца для того, чтобы доделать все те дела, которые вы делали предыдущие 6 лет, но почему-то они не были завершены. Очень важно сейчас утвердиться по сфере Овна всем и каждому, чтобы потом можно было достичь больших успехов уже по сфере Тельца. Пересмотрите, пожалуйста, еще раз мои гороскопы на ноябрь, я там подробно об этом рассказываю. Но сейчас хочу еще раз пробежаться, коротко вам донести эту информацию. Овны, последующие 6 лет вас ожидает увеличение капитала, возможно, даже неожиданное. Много прибыли, много наград, почестей, заслуженных вами. Если вы сейчас в эти 4 месяца, 6 ноября по 6 марта, завершите все дела, связанные с построением вашей личности, также разберетесь со своим физическим здоровьем. Тельцы, следующие 6 лет у вас появится необыкновенная, чудесная возможность совершить прорыв в любой и каждой сфере вашей жизни. Прежде всего, измениться до неузнаваемости внешне, внутренне, полностью переродиться, полностью стать новым человеком, если сейчас вы научитесь контактировать со своей душой и решите все проблемы душевного характера, разберетесь с психосоматикой и любыми душевными травмами. Близнецы, следующие 6 лет будут периодом вашего невероятного духовного роста и развития. Возможно, у вас откроется множество способностей экстрасенсорных, если сейчас вы осуществите какую-то свою мечту. А также обратите, пожалуйста, внимание на своих друзей. Вам нужно решить вопросы с друзьями, вот любые, которые у вас сейчас есть. Если друзья ваши мешают вашему полету по жизни, возможно, вам нужно от этих друзей отказаться. Раки, последующие 6 лет у вас будет множество возможностей совершить невероятный прорыв в своей жизни, выйти на новые уровни, просто вот буквально начать жить совершенно иную жизнь. Прежде всего, вы приобретете способность резко, неожиданно, много и быстро осуществлять свои мечты. Если сейчас
вы утвердитесь в какой-то своей цели, достигнете какую-то свою очень большую, масштабную, крупномасштабную цель. Прежде всего, ориентируйтесь на вопросы карьерные или построения семьи. Если вы сейчас этим занимаетесь, очень хорошо, пожалуйста, 4 месяца для того, чтобы вы достигли совершенства либо в карьере, либо в делах семейных. Львы, для вас последующие 6 лет откроют возможность невероятного карьерного роста и взлета. Вы можете действительно стать очень большим начальником в следующие 6 лет, приобрести очень большой статус, если сейчас вы чему-то обучаетесь, чему-то необычному, скорее всего, и вот пришло время уже завершать обучение, пришло время завершать какие-то путешествия, командировки. Может быть, вы ездили за рубеж, чтобы набраться опыта и открыть свое собственное дело. То в таком случае, уже начиная с марта следующего года, у вас будет 6 лет для того, чтобы организовать свой великолепный бизнес. Вы научились чему-то где-то, возможно, правда, за рубежом. Девы, а для вас, напротив, откроется целых 6 лет возможности путешествовать, ездить в командировки. Не скажу, что здесь переезд или эмиграция, но вы, может, правда, продолжительное время можете жить за границей. Может быть, даже, к примеру, на 3 месяца будете уезжать куда-то за рубеж. Но это все откроется для вас, если вы в эти 4 месяца решите какой-то свой психологический кризис. Хорошо для вас посещать психологов, хорошо для вас обращаться к астрологам, к ясновидящим, к яснознающим людям. Потому что здесь по восьмому дому, Уран по восьмому дому, это неожиданное решение вашего кризиса. Также решайте вопросы касательно денег, получения денег от других людей. Вы должны научиться принимать деньги от других людей. Также, если у вас есть какие-то трудности в сексуальной сфере, решайте их как-то очень нестандартно и очень необычно. Тривиальные подходы вам здесь не помогут. Вообще любой кризис ваш решается сейчас при помощи очень каких-то необычных помощников, необычных друзей и даже действительно высших светлых сил. Весы, для вас откроется 6 лет возможности сколотить такой себе хороший капитал, возможно, стать очень крупным бизнесменом, возможно, получить наследство. Если сейчас вы разберетесь со своим браком, возможно, вам нужно расторгнуть брак для того, чтобы ваша жизнь приобрела совершенно другие масштабы. Может быть, чтобы вам стать богаче, вам как раз-таки и необходимо разорвать какой-то один брак и заключить какой-то другой брак, либо вывести свои сегодняшние отношения на намного более высокий уровень, чем тот, который есть у вас сейчас. Скорпионы, а для вас как раз-таки открывается 6 лет возможности заключить какой-то важный партнерский союз. Возможно, это брак. Брак с каким-то очень необычным человеком, с очень ураничным. Здесь у вас целых 6 лет для этого. Но сейчас эти 4 месяца с 6 по 6 марта нужно разобраться с работой. Вот очень важно сейчас вам понять, где ваше место, где вы должны служить, где ваше истинное призвание и служение, где ваша работа. Может быть, вам стоит поменять работу быстро, неожиданно и вообще отправиться в свободное путешествие, в свободное плавание, начать фриланс или начать свое собственное дело. В любом случае, вам здесь очень важно освободиться от рутины, от того, что вам надоедает, от того, что вам мешает быть свободным. В общем, у вас период 4 месяца освобождения от рабства для того, чтобы у вас скрылся 6 лет период прекрасного брачного или другого партнерского или брачно-партнерского союза. По такому Урану вы можете очень хороший бизнес сколотить со своим брачным партнером. Стрельцы, ну что же, для вас 4 месяца для того, чтобы разобраться с вопросами любви, детей, любовников, своих хобби. Здесь очень много возможностей и вероятностей у вас откроется в плане работы. То есть, например, если это вопросы детей, то вам здесь очень-очень может быть, что случится неожиданная беременность, у вас неожиданно появится ребенок, может быть, он появится неожиданным образом, то есть, может быть, вы усыновите или удочерите ребеночка. В таком случае у вас следующие 6 лет будут посвящены тому, что вы его будете за ним ухаживать, вы ему посвятите свою жизнь. И ваша работа будет непосредственно связана с тем, что вам нужно будет летать, грубо говоря, да, между домом и работой, заботясь о ребенке. А может быть, этот ребенок или эти дети, может быть, несколько детей у вас появится, станут для вас работой, вы будете учить их, воспитывать их и вообще откажетесь от продвижения в социуме.
Если у вас трудности в любовной сфере, если у вас есть, к примеру, какие-то любовные треугольники, то 4 месяца вам дается для того, чтобы эти вопросы разрешить, все-таки кого-то выбрать. Вам очень важно кого-то выбрать. Вам нужно выбрать кого-то одного или какую-то одну семью, которой вам следующие 6 лет нужно будет служить, за кем нужно будет ухаживать. Уран будет возвращаться в ваш 5-й дом. Поэтому я все это говорю. Если у вас какое-то хобби есть, которое вы давно не могли монетизировать, которое вы давно хотели перевести в свой бизнес, пожалуйста, делайте это сейчас. Или идите работать кому-то в найм, нанимайтесь куда-то, что соответствует вашим природным талантам. То, что у вас с детства было, то, что вы в детстве любили делать. Вот сейчас это вы можете превратить в свою работу. Козерожки, у вас Уран возвращается в 4-й дом, а потом на 6 лет перейдет в 5-й дом. Чтобы у вас было много-много любви, а у вас ее точно будет очень много следующие 6 лет, вам необходимо сейчас решить вопросы с домом. С домом, с семьей, с родней, с родителями. Особенно обратите внимание, вам здесь нужно много общаться с мамой по такому транзиту Урана. Может быть, вам нужно совершить переезд, может быть, вам нужно совершить перелет. Вот все, что все вопросы касательно места жительства, жилища, дома, ремонта, построения семьи или построения дома, все, что вы хотите, связано с вашей родиной, с вашей землей, вот сейчас вам 4 месяца, чтобы в этом разобраться, чтобы как-то быстро, неожиданно, нетривиально решить эти вопросы. А потом, дорогие козероги, целые 6 лет это будет... Просто праздник ваш. Уран в 5-м доме – это множество фестивалей, это множество праздников, это свадьбы, это вообще любые мероприятия, это развлечения, это дом любви, это дом сердца, это дом радости, дом игр. По такому транзиту Урана в Тельце у вас с 6 марта 2019 года по… Сейчас, секундочку, забыла… По 26 апреля 26 года вот такой огромный период, это период вашей радости сердца. Тут у вас могут, если вы все решите с домом, у вас в следующие 6 лет очень вероятно появление ребенка, очень вероятно появление любимого человека, возлюбленного, если вы одиноки. И по такому Урану это может быть человек очень необычный, может быть это ваш друг станет вашим любимым человеком. Он может быть моложе вас. Вот, ну, по Урану это может быть какой-то гениальный человек, изобретатель, открытие какое-то он может совершить вместе с вами. В общем, шикарный период, козероги. Вот 5-й дом – это дом солнца, это дом льва. Ну, это очень вкусный дом, это дом наслаждения жизни, это дом солнца, дом радости, дом праздников, дом детей, дом хобби. Кстати, да, у вас следующие 6 лет великолепны для того, чтобы продвигать свое хобби, свое творчество в интернете, ездить вместе со своими, к примеру, не знаю, там, картинами, может быть, если вы рисуете, со своим творчеством, со своими стихами, чтобы читать свои стихи на публику. У вас 6 лет для того, чтобы продвигать любую свою ураничную способность в мир, если не в прямом смысле путешествовать, то через интернет. По такому транзиту Урану в Тельце вы можете монетизировать свою деятельность в интернете в следующие 6 лет. Водолеи, для вас открываются 6 лет возможностей совершить перелет куда-то или переезд. Для того, чтобы обрести свою новую лучшую землю, новый дом, новую семью, построить семью. Если, например, у вас какие-то проблемы были предыдущие 6 лет относительно семьи, какие-то могли быть проблемы по Урану в 3-м доме, это могли быть ссоры, споры с близкими родственниками, с соседями. Вот сейчас у вас будет еще 4 месяца, когда у вас откроется такая возможность, грубо говоря, доспорить, решить спор с ближайшим вашим окружением. Любая информация, которая была негативна, любая воинственная информация, которая поступала к вам предыдущие 6 лет, сейчас улетучивается благодаря тому, что вы показываете себя, да, демонстрируете себя. То есть вам не обязательно таким быть на самом деле, но вы должны научиться показывать себя воинственным. Должны показать миру, что я не жертва.
я тоже могу за себя постоять. У меня есть оружие, в частности, мой голос, мой язык. Я тоже, знаете, палец в рот не клади. Это все вам нужно для того, чтобы у вас появилась возможность построить материю в своей жизни. Вот все материальное. Сколотить капитал, купить землю, купить дом. И на этой земле выстроить прекрасную семью. Если у вас были споры и конфликты в семье, то сейчас 4 месяца все это разрешить. И потом 6 лет гармонии, порядка, невероятных чудесных озарений на земле, контакта с природой, контакта с семьей. На уровне экстрасенсорном, по такому транзиту следующие 6 лет, это время, когда вы дома будете читать мысли своих домашних, и ну, все у вас будет прекрасно, необычно уранично, светло и возвышенно. Рыбы, вам сейчас нужно разобраться с вашей зарплатой, с вашими доходами, понять, откуда они приходят, понять, почему, возможно, у вас резкие перепады в заработках, устолбить, знаете, свою зарплату, то есть сделать ее фундаментальной, основательной, понятной, предельно ясной, расписать весь свой бюджет, и тогда в следующие 6 лет у вас прекрасная возможность обучаться чему-то необыкновенному, чему-то новому, путешествовать, приобретать любой транспорт вплоть до самолета. Может быть, действительно, если ваша зарплата станет очень большой, у вас здесь открываются возможности приобрести или какие-то очень ценные знания, или какое-то очень ценное средство передвижения, или очень ценных друзей, новое окружение, новых друзей. Вообще, по такому Урану в вашем третьем доме великолепная возможность для вас, чтобы путешествовать с своими братьями и сестрами и делать какое-то вот новое учение, свое, может быть, учение, свои знания, свою какую-то ценную информацию продвигать в мир и вполне даже зарабатывать на этом, монетизировать свои знания. Вот такой гороскоп, дорогие друзья. Думаю, что если вы его еще нигде не слышали, вы обязательно поставите лайк, подпишитесь на мой канал, если не подписаны, и пишите, конечно, свои добрые, светлые комментарии. Я всегда им очень рада. Всего доброго!